Панина упомянули, а Панин тоже идейный или нет, так же, как вы? Нет, по сравнению со мной Лёшка не идейный, но Лёшка свободный, свободнее, чем я в некоторых отношениях. И Лёшка, поскольку моложе, и у него, наверное, нету опыта той борьбы, которая была у меня в юности, да, когда мы фактически в перестроечные времена с Игорёшей Тальковым боролись с системой, пели песни. Меня спасло только то, что я пел антисоветские песни под гитару в тысячных залах, а Игорь Тальков собирал стадионы, да, и его боялись, естественно, больше, и меня грозились убить. И, вы считаете, что Талькова убили не по глупости, а из-за политики? Я это знаю. Убили, безусловно. Угу. Убили, я в этом не сомневаюсь. И я проскочил просто в угольное ушко, меня вовремя предупредили. Кстати, в свое время «Взгляд», первые вот, да, эти программы, когда можно было все, они услышали, у меня программа была, 89-й год, «Лениниана стоп». 89-й год. Я сейчас удивляюсь, потому что потом я встречал людей из глубинки, которым отбивали печень, почки за 10% того, что я умудрялся делать там, в Киеве, в Москве в 89-90 году. И вот эта линия на стоп, и взгляд, говорит мне тогда там Кусев, и Ваня Демидов, говорит, ты не боишься, если мы это покажем? Я говорю, ребят, главное, чтобы вы не боялись. В итоге показали только одну песню, и то, там, а ведь войны могло бы и не быть, когда подонки, вверенные им властью, не стали бы детей страны топить в разверзнувшейся лагерной напасти. И этот ленинский, я потом Демидову говорю, Ваня, а где же песня? Нам в последний момент, говорит, мы на Владивосток запустили туда, на Дальний Восток, а нам здесь по перекрыли, орбите, да, прошу, перекрыли. А я помню, меня это спасло, потому что потом я узнал, что меня заказали, как его был, Atari. Решили? Да, да, поскольку они запустили антисталинскую, и потом мне уже через 10 лет, там где-то в детектив-клубе, когда мы с Вайнером, а ты знаешь, мне подходил авторитет и говорит, ты знаешь, что я тебя отмазал, что только по молодости, потому что Атарик очень рассердился и хотел дать приказ тебя грохнуть.